До старта Олимпиады остались считанные дни. Сегодня на заседании члены Общественного совета по подготовке Олимпийских игр в Сочи подвели итоги проделанной работы. А сделано было действительно много. На сегодня Сочи полностью готов к приему участников и гостей зимних игр. Особое внимание уделили и безопасности. Жесткий мониторинг ситуации, правоохранительной ситуации, которая осуществляется нашими правоохранительными органами, спецслужбами, в сотрудничестве со спецслужбами всех стран мира. Всех стран мира, которые присоединились к этому взаимодействию, так сказать, да, создана международная рабочая группа. Никаких в настоящее время оснований для того, чтобы беспокоиться за безопасность спортсменов и зрителей, не существует. Окончание подготовки к зимним играм – только начало для развития курорта. Огромные возможности, которые Сочи получил благодаря Олимпиаде, будут и дальше реализовываться, подчеркнул глава Сочи Анатолий Пахомов. С чистого листа в болоте, эмеретинская низменность – это болото, мы все это знаем, появился вообще-то современнейший или самый современный курорт, курорт именно. И Олимпиада, она пройдет, а все, что построено здесь, олимпийское наследие, создает именно высококлассный курорт. Некоторым из членов общественного совета вручили почетные грамоты за активную работу. На этом деятельность этой организации не заканчивается. В будущем общественный совет будет помогать Сочи в развитии как мирового курорта. Игорь Кырпа, Борис Осин, телекомпания ФКТ.